Алло, это я. Ну что, ну? Пока никак. Потому что он на кладбище не один, он с пацаном пришел. Не мог я. Так что все, Женька. Все. С нашими делами я завязал. Ты меня знаешь. Я слово дал ей перед смертью. И нарушать не буду. Вот так, старина. Тихо стало. Ну нахрена мне все вот это? Если ее нет. Катя, Катюша, как же теперь жить-то? Мы творим-то. А может, в церковь пойти? Зачем? Покаяться. Зачем же в церковь? Лучше уж сразу в милицию. Да. А хоть бы и в милицию. Хуже, чем теперь, не будет. Ну ладно, Женька, давай вмажем. И про старое забудем. Что было, то было, бельем поросло. Все. Теперь я другой человек. Так и можешь и передать. Как скажешь. Вольному воля. Ну ты скоро там? Что-то меня развезло. О. А может, мы завтра поедем? Завтра будет поздно. Я же договорился, ждет человек. Другого такого мрамора ты нигде не найдешь. Памятник для Катюшки. Дело святое. Только за руль ты садись, я что-то все не в форме. Само собой.
струной. Я пока еще не первый, но уже второй. Ветер мчится, рассекая пыль, но быстрее ветра мой автомобиль. А потом все злее, злее, словно дикий пес. Он сегодня парит свет собственных колес. Ветер мчится, рассекая пыль, но быстрее ветра мой автомобиль. Миг удачи, миг удачи, он всегда достигает нас и всегда найдет свой час. Миг удачи. Тревоги, суета, сует. Сейчас не только на дороге, а и другого нет. Ветер мчится, рассекая пыль, но быстрее ветра мой автомобиль. Миг удачи, миг удачи, он всегда подстерегает нас и всегда найдет свой час. Миг удачи, миг удачи, он всегда подстерегает нас и всегда найдет свой час. Миг удачи, миг удачи, он всегда подстерегает нас и всегда найдет свой час. Миг удачи, миг удачи, он всегда подстерегает нас и всегда найдет свой час. Он найдет свой час. Софья Анатольевна, это вам. Спасибо. Я прошу немного тишины. Софья Анатольевна, наша южноморская фабрика, которую мы представляем здесь с Мирчи Николаевичем Сундулесу, тоже хотела бы вручить вам скромный сувенир. Это наш авторский экземпляр. О-о-о! Софья Анатольевна, сделали несколько штук, а заказов море. Дальнейшее производство целиком зависит от вашего супруга. Ну уж ты скажешь, Фадей Фадеевич. Конечно, Глеб Артемьевич. Без вас мы просто погибнем. Утиль вашего завода мы превращаем, как видите, в товары повышенного спроса. Добрый вечер. Здравия желаю. Вы прекрасно танцуете. С вами легко. С вами тоже. А почему весь вечер в одиночестве? А вы заметили? Софья Анатольевна просила развлечь вас. Но я, по-видимому, не очень галантный кавалер и плохо справляюсь со своими обязанностями. Ну что вы, Александр?
Николаевич, но для вас просто Саша. Только я прошу тебя ненадолго. Хорошо, хорошо. Пойдем. А, Захар Петрович! Вот он опоздавший! Прошу! Поздравляю вас, Соня. И вас, Глеб Артемьевич, с именинницей. Здравствуйте, Ольга Павловна. Здравствуйте. Что тут у вас? Смертельный исход. Ну, это и сверху, видать. Постой, постой. Славка. Зубцов. Знакомы? Кто он? На машиностроительном у Самсонова работал. Складом заведовал. Судя по всему, смерть наступила часа два назад. Погибший был в состоянии алкогольного опьянения. Что? Серьезно? Да, пьяный. Результат анализа я сообщу. Эх, черт, не повезло. Ну, скажу тебе откровенно, Захар Петрович, вид у тебя не очень. Что, опять отдых откладывается? Да опять откладывается. Вот хотели вместе в этом году с Зиной отдохнуть, но я ей у нее отпуск срываю. Действительно, почему она должна киснуть в городе? Меня, например, муж благословил на поездку к морю. Да, да, через три дня еду. Отпустите и вы, Зиночка, со мной. Ну, у меня жена сама командует. Ну, мы, кажется, договорились. Леночка в лагере, ты же свободна. А у меня путевки пропадают. Ну, я скажу, там можно прекрасно отдохнуть. Прима. Ну, вот она сама. Ну, вот и договорились, да? Да. Ну, вот. Ручки, да? До свидания. Всего доброго. Жалко, что вы так быстро уходите. Ну, мы тоже откланиваемся. Да? Будь здоров. Иду. Счастливо. Счастливо. Ты что такой мрачный? Подумаешь, ничего страшного с тобой не случилось. Пришел, поздравил, посидели немного. По-твоему, я должна порвать отношения со своей институтской подругой из-за твоего предубеждения к Самсонову? Да бог с тобой, дружи с кем хочешь. Только... все-таки не забывай, где я работаю. Ну вот, опять начинается. Минут через 10. Да, через 10 минут. Кто это? Соня Самсонова. Подожди немного. Иду, иду. Доброе утро, Захар Петрович! Значит, все-таки едешь? Ну, неудобно было бы не ехать. Да, в воскресенье съездишь к Леночке в лагерь. Не забудь только. Фрукты я приготовила, а курица тебе на завтрак. Доброе утро. Я к вам, Захар Петрович. Я так и понял. Заходите. Садитесь.
Обратите внимание. Хорошо. Ну что, Будюкова, опять муж запил? Да нет, сын, младшенький, Валерка из дома сбежал. Помогите, Захар Петрович. К бабке, наверное, ушел, жить с нами не хочет. Юлия Александровна, соедините меня с детской комнатой. Сыну-то сколько лет, я забыл? 14. Муж выпивший пришел. Ни за что, ни про что избил парня. Понятно. На водку-то мужу выдаете? Упаси бог. Ну, а тогда как? Зарплату же вы должны получать. Суд же так решил? Зарплату по суду мне. А деньги за работу в выходные дни муж наличными, блин, получает. В тот же день. Угу. И часто это бывает? Да почти каждый выходной. Алло, алло. Секундочку. Ну, хорошо, сына мы поможем вам найти. Ну, а с выходными разберемся. Здравствуйте. Какие цеха работают? Да почти все. Здравствуйте. Ага. Товарищ Самсонов у себя? Его нет. Воскресенье же, молодой человек. А кто из начальства на работе? Простите, а с кем имею честь? Я прокурор города Измайлов. Заместитель генерального Грачев Павел Васильевич вас устроит? Устроит. Поймите, Павел Васильевич, факты вещь упрямая. Нарушение трудовой дисциплины у вас на заводе стало почти уже системой. Я не понимаю, куда смотрит там завком, юрисконсульт, партком, в конце концов. Вот вы говорите о прогульщиках. Так ведь это прямое следствие ваших нарушений. Вы взгляните в городской, вот резвите. Каждый второй от вас с машиностроительного. А этот недавний несчастный случай с вашим работником, как его, Зубковым, кажется, пришло время делать выводы. Не провожайте меня, Павел Васильевич, я дорогу помню. Постойте! Постойте! Слушаю вас. Я должен вам кое-что сказать. Я, наверное, последний, кто видел Зубцова перед гибелью. Кого, простите? Славу Зубцова. Я думаю, что это обычный несчастный случай. Водка до добра не доводит. Это ж ясно. А меня всегда настораживает, когда в катастрофу со смертельным исходом попадают завмагами, завскладами, завбазами. Если вы имеете в виду ваш разговор на заводе, то пожилой человек в сумерках мог легко обознаться и перепутать любую другую машину с Зубцовской. Нет, нет, Ольга Павловна, это не довод. Нет, на пьянку все не спишешь. Мы с вами должны быть уверены в своей абсолютной правоте. Ясно, ясно. Опять на мне дело повиснет. Ну почему ж так сразу? Практически ведь следствие не началось, а вы уж ему судьбу уготовили. Захар Петрович, ну конечно же, я все перепроверю. Хотя у меня текучки, честно говоря, по горло. Анна Семеновна. Привет, мамаша. Здравствуйте. Подождите, я сейчас привяжу собаку. Серьезная бабуся. Ей палец в рот не клади. А ты ее знаешь, Май? Со Славкой покойным встречались по автомобильному делу. Ты ж ценный свидетель. Чему я свидетель? Запчастей в магазине не купишь, все доставать надо. Он попросил, я сделал. Потом я его попросил, он помог.
Я старший следователь прокуратуры Гранская. Вот мои документы. Да я и так вижу. Я знаю, вы больны, и поэтому приехала к вам. Так уж схоронили Славушку моего. Чего ж еще надо? Есть необходимость с вами поговорить. А что тут говорить? Был вот сын и нету. Доконали его дружки. Вы так считаете? Проходите. А каких дружков вы имеете в виду? Тихо! Тихо, Цезарь! Тех, значит, которые его доконали. Он с кручи сам, что ли, сверзился? Славушка аккуратный был. Машину берег. Анна Семеновна, скажите, а в тот день, накануне гибели, у вашего сына вечером никого не было? Был кто-то, но я не интересовалась. Женщина? Что вы? Да у Славушки после смерти Кати женщин тут не бывало. Он каждое воскресенье на кладбище. Я ему говорила. Покойницу не вернешь. Сам молодой, о жизни подумать надо. Слушать не хотел. Женщина, скажете тоже. Ой. Проходите. Ты чего, Сережа? Здравствуйте. Мне надо выяснить, где находился Зубцов во время аварии. За рулем или рядом с водителем? Есть сомнения? Понимаешь, Алеша, поза трупа. Головой-то он лежал здесь, а следы крови, вот, посмотри. Такое впечатление, что он сидел рядом с водителем. А что дала экспертиза? В том-то и дело, что характерных телесных повреждений, подтверждающих, что он сидел за рулем, нет. Такое впечатление, что здесь что-то не так. Я думаю, что без эксгумации не обойтись. Пожалуй. Разрешите? Да. Закурю? Вы же бросили. Это я свои бросила. Ну, что дала эксгумация? Подтвердила заключение предыдущей экспертизы. Вероятнее всего, Зубцов сидел рядом с шофером во время аварии. Кроме того, при повторном осмотре машины мы обнаружили отпечатки пальцев не только погибшего. Вот, посмотрите. Так. Такие пальчики в картотеке не регистрировались. Я запрашивала. Значит, показания замдиректора с машиностроительного подтвердились. Показания-то подтвердились. Правда, сам замдиректор от них уже отказался. Даже так? Да. Сказал, обознался по-стариковски. Вот как? Thank you.
голове, разбойник. Что случилось, командир? А? Старший инспектор Соловьев. Документы, товарищ водитель. Пожалуйста. Куда ж так спешишь? Довожу сырье с машины строительного. Загоняли уж совсем. Путевочку попрошу и документы на груз. А? Вот они. Южноморск. Сувенирная фабрика. Угу. Откройте машину. Пожалуйста. Всего хорошего, товарищ водитель. И поаккуратнее. Спасибо, командир. Не гони так больше. Да если бы. Что же, сюда приехал, дорогу забыл? Фадей Фадеевич, я, по-моему, груз засветил. Каким образом? Гаишник на трассе тормознул, трюм проверил. И что? Пожелал счастливого пути. Ну и что предлагаешь? Сдать груз на склад. Может, пенек твой гаишник? Может, он и деревянненький. Но у меня в машине 5,5 тонн чистого листа и 3 катушки серебра. А по документам отходы. Так что бережен его Бог бережет, Фадей Фадеевич. Черт с тобой, сдавай на склад, только имей в виду, рейс за твой счет. И че ж наглеть-то так? А ты как думал? Вот так вот. Служба БХСС. Мы, товарищи, работаем не только с металлом. Дерево, ткани, пластмасса и многое другое равноправно уживается в нашем производстве. Если не секрет, почему вас интересует именно металл? Что, были какие-нибудь сигналы? Может, я чего-то не знаю? Скажите, Фадей Фадеевич, вы ведь сотрудничаете с кооператорами? Да, при фабрике есть кооператив, но объем работ по металлу у них ничтожен. К сожалению, сырья и нам не хватает. Правда, вчера мы получили кое-что. Ваши склады находятся только на территории фабрики? Да, конечно. Проводите, товарищи, на склад, а я ознакомлюсь с вашей документацией. Мария Мновна, да? Пожалуйста, проводите, товарищи, на верхний склад. Хорошо, провожу. Товарищи, проходите, пожалуйста. Проходите, я вам все покажу. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста. Ты что? Извиняюсь за вторжение. Что, что, пустяки. Солнцу я... Я не могу!
Карлик на месте? Да. Виноградовский кооператив расплатился еще вчера. Здесь 12 штук. Сочинский рынок расплатился сегодня утром. Здесь 13. Маклазан, по-моему, финтит. Так сожги ему машину. У него, кажется, Волга. Нет, Мерседес. Тем более сожги. Прямо сегодня ночью. Это здесь? Да, здесь. Машина сгорела прямо в гараже. Под утро так полыхало. Кошмар. Жаль беднягу. Да мне тоже жаль.
Придется немножко задержаться. Фадей Фадеевич, я не могу здесь долго прохлаждаться. Я все-таки на работе. Ну, конечно. В вашем распоряжении 2 часа, не больше. Учтите. Я на черных. Где Фадеевич? Зачем тебе? Фокус с несчастным случаем не прошел. Прокуратура зашевелился. Откуда знаешь? Гробик выкапывали. Это точно? Постой, Петя. И все сначала повторить. Нам все сначала повторить. О, как мне быть. Я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять. О, как мне быть. А может снова все начать? Я не хочу тебя. Фадей Фадеевич. Здравствуй. Проходи, садись. Садись. Значит, копает прокуратура. Садись. У бабки с обыском были? Да нет, пока разговоры разговаривали. А че ж ты так засветился? Фадей Фадеевич, там же ведь наша визитная карточка. Надо бы изъять. Ты с ума сошел. К бабке не ногой. За километр ее обходи. Понял? А про визитку забудь. Я про нее забыл, и ты забудь. Считай, что мы с тобой хорошо погудели. Понял? Фадей Фадеевич. Фадей Фадеевич, имейте совесть.
Я час назад должен быть в порту. Жди, жди. Тебе ж за это деньги платят. Понял. Он единственный, кто заходил к Зубцову за время наблюдения. Разговаривал с хозяйкой на крыльце. В дом она его не приглашала. Личность установлена? Да. Некто Огородник, Евгений Иванович. Работает водителем на сувенирной фабрике в Южноморске. Сюда приехал на своих «Жигулях», остановился у родственников. Частный дом, Садовая, 5. Возьмите, пожалуйста. Глеб Артемьевич. Прокурор Измайлов по городскому у вас нет? Нет, нет, я здесь. Что ты? Ага. Слушаю. Здравствуйте, Глеб Артемович. Здравствуй. Здравствуй, законник. Ну что, жена, звонила? Да нет, не звонила пока. Не до этого поехала. Ты смотри, моя чего-то отмалчивается. Интересно, да, как там у них, а? Наверное, неплохо. Слушай, вот баба, а? Только вырвались к морю, все забыли, все свои обязанности. Глеб Артемьевич, давайте сейчас поговорим о наших с вами обязанностях. А что не говорить, мы люди грешные, иной раз и ошибаемся. Мне Грачев говорил о твоем визите, так что выводы сделаем, я тебе обещаю. Вы знаете, в свое время у вас широко использовались сверхурочные работы в выходные дни, особенно в конце месяца. Имели место приписки. Ну, брат, кто старый помянет? Я не стал бы вспоминать старое, если бы не новые нарушения. Скажите, а почему завод работает по выходным? Государственный план. А вам что, не хватает пятидневки? Смежники режут без ножа. В госарбитраж не обращались? Пс. Не будь наивным, Захар Петрович. Начну судиться, вовсе ничего не получу от поставщиков. Это не оправдание. А я не собираюсь перед тобой оправдываться. Кажется, не для себя стараюсь, не для своей тещи. Старания, которые противоречат закону, обществу не нужны. Ну что ты меня все время законом тычешь, Захар Петрович? По-твоему, гори все синим пламенем, лишь бы с буквой совпало? Извини, конечно, но ты поражаешь меня просто узостью своего мышления. Обложил комиссиями какими-то, секретными проверками. Ты что думаешь, я не знаю, что ли? Докладывает мне ведь. Докладывает про все твои художества. Чего ты добиваешься? В каком смысле? Я твоей цели не пойму. Цепляешься ко мне, как колючий репей, причем по такой ерунде. Обидно. Честное слово, обидно, Захар Петрович. Ты же знаешь, как нам пока трудно, и мы этого не скрываем. Наверное, есть и нарушения, и по моей вине совсем не углядишь. Но зато, по большому счету, многого добились. Большое дело рождает большую энергию. Речь все-таки не об этом, Глеб Артемович. Трудно мне с тобой разговаривать, Захар Петрович. Ощущение такое, будто не понимаешь ты русского языка. Ань, машину вызвали? Да, ждет. Тем не менее, объяснение написать придется. Ну, хорошо, через неделю подготовим. Завтра. У меня, милый друг, завод, а не прокуратура, где только бумага моральным занимается. Вы считаете себя деловым человеком? Это подразумевает уважение времени и труда других. Поэтому прошу завтра. Ну и черт с тобой. Рад приветствовать вас на нашей земле. Сергей Федорович будет? Обязательно, а как же? Да вот он. Какие люди! Приветствую, приветствую их. С приездом, Григорий Васильевич. Хозяину. У
гостиница у вас немного душновато. Не мешало бы кондиционеры поставить. В Европе... Я считаю, что лучший кондиционер — это приятная компания, дружеская беседа. Беседа — это хорошо. Не беспокоит, Григорий Васильевич? Блаженство! Кайф! С металлом плохо, Григорий Васильевич. Давай заявку. Подкинем из резерва министра. Ну, мы же и другим помогаем, Григорий Васильевич. Опа. Сувенирная фабрика живет на моих отходах. Это хорошо, что местной промышленности помогаете. Поощряется. Лев Артемьевич на отдыхе о делах не забывает. Круглосуточно, можно сказать, человек работает. Да. За это его в коллективе уважают. Вон какой профилакторий для рабочих отгрохал. Жильем занимается, о культуре, о спорте не забывает. Молодец, молодец, мужик, ничего не скажешь. Да, приятно, знаешь ли, бывать у таких руководителей, как ты, Глеб Артемьевич. Мы ведь не с каждым, вот этак неофициально. Время, брат, сейчас совсем иное. Там знаешь. О, девчата у вас хороши. Ух ты, елки-палки. А нельзя ли их пригласить посидеть с нами за столом? Тут как народ-то? Надежный? Проверенный? Вот и подошли к главному вопросу. И последний вопрос. Предлагается направить по 30 человек на овощную базу согласно списка. Сколько можно? Ведь есть же закон, в конце концов. Тихо, тихо, товарищ. Почему тихо? Привыкли на базе чужими руками управляться, а сами? Согласен, согласен. Ну, хорошо. Что хорошо? Вопрос недостаточно подготовлен. Сегодня решать не будем. Не будем. Ну что же, заканчиваем, товарищ. Все свободны. Товарищ Измайлов. Захар Петрович, вы на минуточку задержитесь, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Всего доброго. Садитесь, садитесь. Так что там у вас с Самсоновым? Ничего, просто проверку проводим. А чем вызвана проверка? Нарушениями трудового законодательства. Товарищ Измайлов, не ошибается тот, кто ничего не делает, верно? Завод строится, растет, но тем не менее уверенно держит план. Большая энергия рождается большим делом, правильно? Я убежден, что к любому процессу, который сегодня происходит в нашем обществе, особенно период коренной перестройки, следует прежде всего относиться гибко, по-партийному. Согласен, по-партийному. Так в чем же дело? Но соблюдение социалистической законности, на мой взгляд, есть высшепартийный принцип. Скажу вам так. Я считаю, что факты нарушений — это явление временное. Так следует ли рубить с плеча? Как вы считаете? Да я считаю, что вы ошибаетесь. И имеете напрочь искаженную информацию. Я не хочу с вами лукавить. Позвольте, буду откровенным. Из Москвы уже звонили в обком. Есть мнение, что вы слишком сильно перегибаете палку. Да, создаете излишнюю нервозность. Нехорошо. И я придерживаюсь такого же мнения. Ложный патриотизм создает почву для самых отвратительных преступлений. Коммунист Измайлов. Вы соображаете, что несете? О каких это преступлениях вы говорите? И потом, у кого это вы обнаружили ложный патриотизм? У меня, что ли?
у Самсонова. Откуда вы беретесь такие ретивые и быстрые? На партию замахиваешься? На лучшие партийные кадры? Вам дай волю, вы всех пересажаете. Но не получится. Не получится. Это вам не 37-й год. На этот раз он пробыл у нее около часа. Вошел с пустыми руками, вышел с сумочкой. Свою машину бросил у родственников. Взял такси. Куда направил? Я думаю, к вокзалу. Взял билет до Южноморска. Отъезжает через час. Внимание! Наблюдение за объектом прекратить. Прошу срочно прибыть ко мне. Есть, прекратить. Странно. Ты что не понял? Два дня глаз не спускали, и вдруг... Это я снял наружное наблюдение. Я, понятно? Потому что я не собираюсь участвовать в ваших авантюрах. Понятно? Ну ладно, ты исполнитель. Тебе приказали, ты исполняешь. А он о чем думает, твой Измайлов? Сам в петлю лезет и меня за собой тащит. Не надо. Не надо! У меня и семья, и дети, и до пенсии мне еще, слава богу. Я еще поработать хочу. Тоже мне пуп законности с пионерским задором. Ну ты хоть ему втолкуй. Для него уже и горком не авторитет. Самоубийца! Вот кто он. Самоубийца. Ему, видите ли, сам Сергей Федорович не указ. Все ясно. Другого я от тебя и не ожидал. Куда, Ольга Павловна? Давай-ка на вокзал и побыстрее. Ага. Послушай, Майк, среди твоих приятелей нет такого огородника, Евгений Иванович? Женька, что? Кто же его не знает? Ну, вот я, например, не знаю. Вы, у вас знакомый особый. А ты откуда знаешь его? Да было дело. А скажи, они не были знакомы с Зубцовым? Ну а как же? Женька у него металл со склада получал. Подожди здесь, я скажу. Что тут непонятного? Присядь. Здорово, Май. Слушай, командир, у меня ведь поезд через 10 минут. Тихо, тихо. Здесь вам не тут. Май, ну скажи ты им, кто я такой. Вот он меня знает. А то забрали как какого-то проходимца. Вы гражданин СССР? Или где? Это как понимать? Неполадочка в паспорте. Это что? Нормальный паспорт, советский. Отметки все есть.
военкомат, регистрация брака, регистрация развода, что еще? Между прочим, молчать, когда вас спрашивают. Обязательно. Вот, например, совершенно непонятно, где вы постоянно живете? Ой, мама, там же белым по-черному написано. Первый Колобовский, 27, дробь 3, квартира 13. Хихоньки, оставьте вашей хахоньки. С квартирой куда ни шло, а вот номер дома не в дугу. Внимательней нужно следить за паспортным режимом, гражданин. Слава богу. А то вам бы все водку пьянствовать, безобразие нарушать. А ну дыхни, отставить. А между прочим, это ведет к гибели больших человеческих жертв. Курить будешь? Ладно, обойдешься самому мало. Куда едете? Домой, в Южноморск. Несчастье у меня. Жена срочно вызвала телеграммой. Так у вас ведь штамп о разводе? Бывшая. Бывшая, но жена. Мать у нее при смерти. И телеграмма при вас? При мне. Вот что, Евгений Иванович, посидите в соседней комнате. А мы с дежурным сейчас разберемся и вас отпустим. Пройдемте, гражданин. Бегом, шаг и марш. Подержать-то мы его подержим, хоть до утра. А вам-то какого этого от него нужно? Я хотела посмотреть, что у него в сумочке. Ёксель-моксель, так сейчас и посмотрим. У меня нет постановления на обыск. Ой, какое постановление? Так, поглядим. Нет, нет, отставить. Знаешь, старшина, давай-ка проверим через отделение связи. Приходила телеграмма на адрес его родственников из Южноморска или нет? Адрес имеете? Садовая 5. Так это нам как два пальца оба... прошу прощения, конечно. Не поступало. Но у меня своя голова за плечами. Ясно. Не поступало. В чем дело, вопрос? Но я его ща раскалю. Ах, подлец! Ах, мать его, я извиняюсь, конечно. Может, перехватим на машине? Патрульная ГАИ на площади, а шоссейка аккурат вдоль железки. Может, успеем? Сохраните там все как есть. Да это мы сделаем. Ах, подлец! Смотрите, поезд. Я 7-й. Вижу их оба на крыше товарняка. Где находитесь? 15-й километр. На 25-м конец перегона. Поезд остановим. Продолжайте преследование. Вас понял. Thank you.
И все-таки, почему он бежал? Ясно. Ведь улик против этого огородника никаких. Тогда ради чего расплатиться собственной жизнью? Непонятно. Подсвечник я передала в лабораторию. Посмотрим, что за металл. Логично. А к родителям Майя я сейчас загляну. Да, зайдите. Спокойной ночи. До свидания. Замечательно! Море чудо! Пляж чудо! Люди отличные! Как вы тут без меня? От работы мне звонили? Ленка загорела, наверное. Что это? Отличная штука, правда? Мне сказали, что это бронза, сваренная по старинному рецепту. Не то шумеров, не то египтян. Отпечатки, оставленные огородником на вокзале, совпадают с теми, что были в зубцовской машине. Посмотрите. А это заключение по подсвечнику. Золото. 96-я проба, 1 килограмм, 155 грамм. Что с вами? Не спал. Бессонница. Захар Петрович, здравствуйте. Жену потеряли. Она с группой закончила пораньше. У нас здесь репетиция. Спасибо. Что это вы от меня шарахаетесь, как черт от ладана? Боитесь, что ли? Я женщина контактная. Я к вам действительно со всей душой. Зачем вам понадобилась поездка к морю с моей женой? Неужели для того, чтобы покрыть махинации вашего мужа? Вы простите меня, Бога ради. Но, по-моему, все было нормально. Конечно же, нормально. Не стоит драматизировать события. Вы какой-то взъерошенный, дерганный. Вы мне таким не нравитесь.
помните притчу о белом халифе? Его прозвали Белым за то, что он всем своим подданным приказал носить только белые одежды. И как только кто-либо совершал грешок, на белом появлялось черное пятно. Шпионы халифа хватали несчастных, а палач отрубал им головы. Можно покороче. Честное слово, не до сказок. Потерпите. Думаю, для вас это будет полезно. Так вот, однажды халиф обнаружил темное пятно на своей одежде. Он позвал мудреца и приказал объяснить, какой же проступок совершен им, халифом. Ты считаешь себя безгрешным, сказал мудрец, а это смертный грех, ибо безгрешен в мире только один Аллах. По закону палач должен был отрубить голову и халифу. Но мудрец успокоил повелителя. Есть другой выход, сказал он. Не обращай внимания ни на свои грехи, ни на грехи других. И пусть палач останется без работы. Благодарю за откровенность. Значит, вы предлагаете мне... Но не ищите темные пятна на своей одежде. А что же делать с совестью? Какая совесть? При чем здесь совесть? В этом мире рассчитывать на победу могут только очень сильные люди. Мы с вами. А нас абсолютное большинство люди слабые. И в этом нет ничего зазорного, уверяю вас. Просто мы с вами должны приспособиться. Ну, перестроиться. А тем, кто не захочет этого сделать, сломает жизнь. А делается это очень просто. У каждого человека есть свои слабости. В том числе и у прокурора. Ну и какую же слабость вы во мне обнаружили? Ну, хотя бы то, что вы... слишком любите свою жену? Что вы хотите этим сказать? Жен надо выбирать не только красивых, но еще и чуть-чуть умных и прозорливых. Я очень рада, что мы с вами поговорили. Вы человек мудрый и, надеюсь, будете взвешивать каждый свой шаг. Извините, у меня репетиция. Всего доброго. Шумные ребята, как мне их угомонить? Целый день они играют, оглушительно поют. То магнитофон сломают, то посуду перебьют. Четыре брата, четыре брата, что мне делать, как мне быть? Четыре брата, четыре брата. Ходатайство ваше, конечно, придется удовлетворить. Закон есть закон, тем более, что вы теперь уже свидетель.
Ну, если у вас сложилось... Нет, Захар Петрович. Я верил вам и верю сейчас. Более того, я рад, что вы сделали верный шаг и не отступились. Устоять в этом деле нужно большое мужество. Да, но ведь попытка дать взятку на лицо, они ведь могут... Ну, конечно, могут. Мы имеем дело с организованной преступностью. С организованной. Дело серьезное. Некоторые руководители из местных властей не согласны с выводами всего нашего следствия. Догадываетесь, почему? Догадываюсь. Ниточки в Москву тянутся. Вот именно. Теперь представьте себе, каково будет нашим коллегам из столичной прокуратуры. Там ведь тоже есть неприкосновенные. Ну, а нам сейчас важно выяснить собственные возможности. К сожалению, они невелики. Захар Петрович, а я ведь знал об этом сувенире еще до вашего прихода сюда. Как? То, что вас хотят скомпрометировать любыми средствами, включая золотой сувенир, это ясно. И все же, скажите, вы абсолютно уверены, что ваша супруга, ну, словом, что там ничего... Уверен. У нее и в мыслях не было, что это ловушка. Тогда как же объяснить вот это? Ты посмотри. Я еще вчера получил этот безадресный конверт. Не верится. Мне тоже не верится. Мы сделаем экспертизу. Я не исключаю, что это очень умелый фотомонтаж. А если нет? Если нет, Захар Петрович. А если нет? Захар Петрович. А если нет? Если нет. Точность, вежливость королей. Куда прикажешь? Прошу на ярд. Выйдем в море, подышим воздухом. За машину не беспокойтесь, здесь никто не тронет. Смотри. Глеб Артемьевич,
Поздравляю вас. Это ты себя поздравь, своего фотографа. Из ничего такой документ состряпали. Обижаете, Глеб Артемьевич. Как говорится, фирма веников не вяжет. Не сомневайтесь. Фотографии настоящие. Ты что, серьезно? Я подделками не занимаюсь. Да брось ты. Медицина сейчас всесильна, Глеб Артемьевич. Вот с помощью вот этой вот штучки я и вас, мой друг, могу уложить в постель с моим карликом. Опасный ты человек, Фадею. Да ладно уж вам-то. Пересчитывать будете? А как же. Денежки счет любит. Ты не волнуйся, лишнего я не возьму. Считайте, считайте. Спасибо. Глеб Артемьевич. Здрасте. Здрасте. В чем дело? Спокойно, спокойно. Я тебе это забуду! Я тебе это забуду!